Добрый день, пора готовить обед. Сейчас из этой грудинки буду варить первое. Скорее всего, щи будут. Поставила на огонь мясо. Буду ждать пеночку. Вот начинает образовываться пеночка, буду ее снимать. И обжаривать морковь поставила. Солю сразу. Сниму пеночку. Бульончик сейчас добавлю. Перчик болгарский, корень сельдерея кусочек и петрушки корешок. Пусть сварится до готовности мясо на медленном огне. Сейчас. Сюда добавила лук пока репчатый. Добавлю помидорчик еще. Это буду обжарить все это. Так, почти все готово. Обжарилось. Немного посолю. Немного поперчу. Заправка почти готова. Все, выключаю. Вот для первого все подготовлено уже. Картошечку порезала, капусту с укропчиком, заправка. Остается дождаться, пока приготовится мясо. И можно готовить второе блюдо. Буду делать котлеты. Это говяжий свиной фарш взяла. Лучок добавлю, чесночок. И картошку потру сейчас на терке. Фарш добавила лук репчатый, картошку на терке натерла, немного хлеба, кусочки. Сейчас 2 яйца, соль сейчас добавлю, чеснок сушеный, и чесночок у меня еще живой такой. Перчик красный, черный перчик,
Сейчас все перемешаю и добавлю немного воды еще. Так, сделала котлетки. Сейчас буду обжаривать. Сейчас буду накладывать муку на котлетки и обжаривать их на сковородочке. Котлетки наши жарятся. Буду переворачивать. Перевернула котлетки. Пока котлетки жарятся, поставила на большой огонь воду для макарон. Леночек наш кипит, скоро уже сварится. Мясо сварилось. Сейчас буду заправлять. Здесь у нас макарончики варятся, котлетки на медленном огонечке жарятся. Так, бульончик наш добавляем картошку сначала. Сейчас будем макарончики обжаривать. Вот, добавлю сейчас нашу заправку. Сейчас добавлю. Макарончики жарятся. Капусту сейчас туда тоже буду отправлять. Вот, макарончики у нас готовы. Щи сейчас сварится. Еще мясо сюда добавлю. Порезать сейчас и добавлю. Добавляем мясо. Еще минут 5. Сейчас проверю картошечку. Да, еще минуточки. Несколько минуточек. Щи готовы. Ну вот, щи готовы. Ну вот, будем кушать сейчас щи со сметанкой. И макарончики с котлеткой. Всем приятного аппетита!